Всем привет! Помните игру Agent A? Да, она появилась на свет примерно 500 лет тому назад, и уже тогда была прекрасна во всех отношениях, кроме одного. В игре отсутствовал русский язык, и именно поэтому наша редакция оставила данный продукт без должного внимания. Но совсем недавно разработчики, очевидно, вспомнили, что на нашей планете русским языком владеет примерно 300 миллионов человек, и на них можно неплохо так заработать. Я надеюсь, вы поняли, к чему я клоню. Короче, игра была переведена на русский, и это действительно одна из лучших головоломок в App Store, и это, конечно же, реклама. Ведь рекламировать и так всем известные игры — это чертовски прибыльно. Не хочу показаться кэпом, но в этой игре нам предстоит играть за агента А. И все, что от нас требуется сделать, это поймать вражескую шпионку по имени Руби Ларуш. Это одинаково хитрая и сексапильная леди, которая за последнее время смогла устранить немалое количество наших коллег по работе. И это не все. В самом начале игры она убивает нашего шефа, и теперь мы вовсе с разъяренными глазами и брызжущей слюной бросаемся на ее поиски. Как вы поняли, перед нами шпионская головоломка, оформленная в ретро-футуристическом духе. Да, бывает и такое. И что-то мне подсказывает, что в App Store примерно дофига подобных головоломок. Но далеко не каждая из них была номинирована на звание одной из лучших игр 2015 года, по мнению самой Apple. Предлагаю попробовать разобраться, как ей удалось это сделать. На самом-то деле, для того, чтобы понять, почему эта игра столь хороша, совсем не обязательно быть Джеймс Бондом. Для этого просто нужно иметь хотя бы один глаз, одно ухо и немного мозга. Она прекрасна абсолютно во всем. Перед нами не какой-то унылый hidden object, а полноценный квест с интересным сюжетом и просто каким-то нереальным количеством головоломок и загадок. Здесь они реально просто на каждом шагу. Допустим, вы натыкаетесь на какой-нибудь механизм, начинаете разгадывать, как он работает, решаете загадку и уже вполне справедливо начинаете думать, что получите какой-нибудь полезный предмет. Но вместо этого вы получаете либо другой механизм, либо дверь в потайную комнату, которая тоже будет до неприличия напичкана какими-то странными и непонятными штуками. Но при всем этом в агент А, на удивление, все вполне логично, обосновано и находится на своих местах. Это говорит о том, что если вам нужны подсказки для решения тех или иных загадок, то искать их необходимо в пределах именно этой игры. К примеру, в этой комнате как-то очень странно висят горшки с растениями, и их, естественно, можно двигать. Вы можете попробовать решить эту загадку методом научного тыка, а можете повнимательнее исследовать квартиру и найти все объясняющую подсказку. Подобный принцип сохраняется в игре абсолютно везде, и, по-моему, это действительно круто. Кстати, помните, я говорил вам, что игра крутая абсолютно со всех сторон? Признаюсь, в этот момент я немножко слукавил. Она стоит 379 рублей, и все, что есть в этой игре, заслуживает установленной стоимости. Но вы же все равно хотите, чтобы она стоила 33 рубля, как в старые добрые. Но такого не бывает, ведь сама Apple назвала агента одной из лучших, а за лучшее, как правило, нужно платить больше. Знаете, откуда я это знаю? Все просто, я нахожусь в рабстве компании Apple, поэтому спасите меня кто-нибудь. Но не забудьте перед этим поставить лайк под роликом и подписаться на канал. А на связи был Бузов Роман. Пока-пока.